Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что вы пришли. Сегодня я познакомлю вас с жанром, который принято называть русский рок. Дело в том, что я сам был довольно большой период времени, занимался этой музыкой. И я сам жил в Нижнем Новгороде в 70-80-е годы. И занимался там очень серьезно рок-музыкой в самых разных ее проявлениях. И одно время даже был президентом Горьковского рок-клуба. Поэтому, в общем-то, я эту тему знаю. Со многими вот тех, кого я сегодня вам буду исполнять, я был лично знаком со многими ребятами. И, в общем-то, эта музыка, так сказать, мне знакома и понятна изнутри. Итак, я начинаю. Первое произведение «Машина времени» за тех, кто в море. Как бы в тему, в морскую и речную тему. «Машина времени». Я буду рассказывать о каждой группе немного или о каждом исполнителе, так что вы узнаете много интересного. Итак, «Машина времени» – московская рок-группа, основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ. Сергей Кавагоэ – это был у них первый барабанщик, он был наполовину японец, у него папа был японец, поэтому, но он потом ушел из этого направления и заменил его товарищ Зайцев. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор большинства текстов песен и бессменный лидер группы, конечно, Андрей Макаревич. Лучшие песни «Машина времени» – это «Костер», «Свеча», «Поворот», «Синяя птица», «Скачки» и «За тех, кто в море». Ну и другие, там много песен известных, популярных. Сам термин «русский рок» – что это такое? Русский рок – это рок-музыка с текстами на русском языке или созданная музыкантами из России. Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием мировой англоязычной, особенно британской и американской рок-музыки. Первые советские рок-группы появились еще в середине 60-х годов на волне битломании. Однако до середины 70-х представлял собой в основном подражание музыке зарубежных исполнителей. То есть было принято петь либо
те же песни, что пели там Beatles, Rolling Stones, там Monkeys, Beach Boys и другие группы, либо создавать свою музыку в этом стиле, но на английском языке. Я сам этим увлекался, занимался, так сказать. Кстати, это дало мне очень хорошую практику в плане знания английского в дальнейшем. Вот. И мне потом по жизни это очень пригодилось. Я даже работал в 90-е годы переводчиком. Вот так получилось. Именно благодаря тому, что я в свое время увлекался англоязычной вот этой музыкой, это сказалось. А среди сформировавшихся в 70-е годы групп наиболее известные – это «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус» и другие. Ну вот практически все эти группы я сегодня вам предоставлю и немножко более поздний период мы захватим. Сейчас я расскажу о ленинградской рок-группе «Аквариум». Это ведущая, конечно, ленинградская рок-группа, представитель ленинградского рок-клуба. Я буду еще вот отмечать, где у кого какие рок-клубы. В принципе, три у нас основных было рок-клуба. Это Москва, московский рок-клуб, ленинградский, свердловский. И четвертый, я так считаю, так как я сам выходец оттуда, это Горьковский был. Тоже рок-клуб у нас очень сильный был. Мы со всеми сотрудничали. И я помню, устраивали концерты совместные. Ко мне вот все эти артисты приезжали, мы с ними общались, выступали и все такое. В общем, «Аквариум» – ленинградская рок-группа, одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за 50 лет существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков, также известный под именем БГ, являлся участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году. Вместе, ну, они основали вот их двое, как бы, Анатолий Гурницкий и Борис Гребенщиков. Вплоть до распуска группы в марте 91-го ее основой был квартет музыкантов, то есть четыре музыканта было, это Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гакель. Ну, в общем-то, уже практически троих нету живых из этой вот четверки. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали Майк Науменко, Сергей Курехин, Евгений Губерман, Александр Ляпин, Иван Воропаев и многие другие. Тоже, кстати, уже половины из этих ребят нет на этом свете. Вот тоже, кстати, многих я знал, общались. Очень интересный был человек Сергей Курехин. Это был гениальный пианист и шоумен. Он такие устраивал, такие шоу. Вот, у него была своя группа «Поп-механика» называлась. И очень было интересно, он собирал музыкантов самой разной, так сказать, направленности. Иногда на сцене было до 100 человек у него получалось. Вот. Он любил такие шоу. Ну, а я исполню самую знаменитую и такую легендарную, и очень такую песню, которая оставила очень много споров, и до сих пор они спорят, это «Город золотой». Вот, которую, в принципе, не Гребенщиков написал, там несколько авторов в ней прослеживалось, и музыка была взята якобы из творчества Франческо де Милано, но на самом деле это был Владимир Вавилов, лютнист наш, которого, кстати, я тоже лично знал, он написал такую пьесу, как «Канцона», наверное, помните. Вот. Я наиграю. Пьесу написал Владимир Вавилов, а на основе ее, и потом Гребенщиков ее стал исполнять в своих концертах, и как-то она так получилась, что она стала визиткой «Аквариума». Вот. Ну и действительно, получилась очень красивая пьеса. Сейчас она и прозвучит «Город золотой». Город золотой с прозрачным.
животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лес, другое волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый, а в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любит, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда к тебе дорогой в дивный сад. Тебя встретит огнегривый лес, другой его исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Под небом Александр Башлачев написал слова, дописал их Александр Хвостенко. Вот два автора в этом. Не знаю, все горит. Но в тот. Александр Хвостенко дописал, как бы, но два автора считается у этого текста. Ну, а исполнитель Борис Гребенщиков. Раз. Итак, подобно бардам того периода, ранние рок-группы распространяли альбомы только через сам издат и считались самодеятельными. Распространенной формой выступления был так называемый «квартирник» – стихийный концерт на квартире у музыкантов или их знакомых с приглашением только близких друзей. Сейчас я исполню песню тоже ленинградской рок-группы, представитель ленинградского рок-клуба, которая была основана летом 1980 года в городе Уфе, правда, она была организована, потому что лидер этой группы, он сам из Уфы, это автор большинства песен, и единственный бессменный участник – это Юрий Шевчук. Название группы происходит от химического вещества, которое можно назвать как дихлордифенилтрихлоретан. Вот полное его название. Ну, или в просторечии его называют «дуст». Или еще есть переводы как бы «для домашней твари», то есть тоже ДДТ, которая в виде порошка использовалась при борьбе с вредными насекомыми. Назывались также ошибочные расшифровки ДДТ как «добрый день, товарищи», «дураки из дома техники» и «дом детского творчества». Ну и так далее. Там еще десятки названий. В принципе, они уже не так важны. Вот сейчас прозвучит песня «Осень», группа ДДТ. Я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе ждут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень вновь напомнила милою, осень вновь напомнила в душе о самом главном. Осень я опять лишён покоя. Осень вновь напомнила в душе о самом главном. Осень я опять лишён покоя. Осень в небе ждут корабли.
Раз-два. Следующий коллектив тоже представитель Ленинграда. У меня как-то вот этот блок весь получился про ленинградский рок-клуб. Ну, действительно, ленинградский рок-клуб – это один был из сильнейших рок-клубов в Советском Союзе. И группа, о которой я вам немножко расскажу, эта группа называлась «Кино». Одна из самых популярных советских рок-групп 80-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший в общей сложности за 9 лет более 100 песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Но, правда, сейчас есть попытки, может быть, вы видели, афиши, возрождение кино, музыканты, которые когда-то играли, они опять собрались и пытаются возродить. Ну, не знаю, что из этого получится. Я, честно говоря, еще толком не слышал, что там нового у них. Вот. Ну, вернее, они, конечно, старый репертуар будут исполнять именно цоевский. Популярность кино с годами постоянно растет. Если вначале музыканты играли лишь на квартирников и подвергались жестокой критике как со стороны официальной, так и подпольной прессы, то в конце десятилетия их пластинки распространялись уже миллионными тиражами, а на концерты собирались целые стадионы поклонников. Группа породила феномен так называемой киномании, усилившийся после трагической гибели Виктора Цоя в июне 1990 года и существующий по сей день. Итак, звучит самая, пожалуй, знаменитая песня этой группы «Группа крови». Отпечатков наших ног, звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, крычатый плед, не нажатый голый на курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай. Ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Let it go.
группа крови, группа кино. Несмотря на то, что увлечение рок-музыкой в СССР было повсеместным, к концу 80-х оформился ряд центров советского рок-движения. Но я немножко уже говорил. Заметно отличающиеся друг от друга как по стилю, так и по организационным особенностям. Прежде всего выделяются три крупнейших центра русского рока. Это Москва, Ленинград и Свердловск. Но был еще один крупный центр, в котором было много интереснейших музыкантов этого жанра. Это Горький, ну или Нижний Новгород, чуть позже он стал называться. Я являюсь одним из представителей этого центра, тем более, что в 70-х-80-х я был президентом Горьковского рок-клуба и имел возможность напрямую общаться со всеми основными представителями этого жанра в СССР в тот период. В Горьком проходили, кстати, крупнейшие фестивали рок-музыки. Так, в 72-м году прошли знаменитые «Серебряные струны», которые я прекрасно помню, я, правда, в них не участвовал, я еще маленький тогда был, на которых были открыты такие имена, как Александр Градский, группа «Ариэль», Рафаил Габайдулин и многие-многие другие. И я написал потом, уже когда у нас проходили свои уже рок-фестивали, рок-конкурсы, я на один из них уже в 80-х годах написал такой привет-посвящение под названием «Горьковский рок-н-ролл». Итак, сейчас я его исполню. Сейчас уже расскажу немножко о московском уже рок-клубе. Значит, сейчас будет творчество. Я познакомлюсь с творчеством
Кости Никольского. Константин Николаевич его звали, Никольский. Он родился 1 февраля 1951 года в городе Москве. Российский и советский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, представитель московского рок-клуба. Известен как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Воскресенье», «Осколки Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», группа Стаса Намина, «Фестиваль», «Зеркало мира», ну и другие группы там довольно много. Критики называют Никольского голосом поколения. Итак, сейчас прозвучит одна из его самых знаменитых песен под названием «Музыкант». Будем в московском рок-клубе. Ага. Рассвет русского рока пришелся на 80-е годы, а с началом перестройки
и гласности музыкантов появилась возможность выступать на концертах, не опасаясь преследований за частное предпринимательство или тунеядство, как это было раньше в СССР. Кстати, да, я даже немножко сам от этого пострадал, потому что считалось, что если ты нигде не работаешь и нигде не оформлен, то ты тунеядец. Вот. А то, что ты там занимаешься творчеством и поешь песни, это не считалось работой. Ну вот, потом ситуация поменялась. В СССР были созданы рок-клубы, сформировались известные, частично по сей день действующие рок-группы. Прошли первые рок-фестивали в Тбилиси, был Тбилиси 80, потом Литуаника 85 и 89, это в Литве проходил такой тоже очень громкий был фестиваль. Горький 86, где вот я как раз уже участвовал, был лауреатом, мне дали первую премию как лучшего гитариста, я был признан, и лучшая композиция у меня была, я большую композицию, я тогда сотрудничал с очень известным нашим горьковским поэтом Игорем Чурдалевым, который, к сожалению, в том году уже ушел в мир иной. Вот. И мы с ним вдвоем сделали такую очень интересную программу «Поэзия с музыкой». Он читал стихи, а моя группа со скромным названием группа Игоря Васильева, мы играли такой очень крутой рок и блюз. Вот. В общем, вот было чего вспомнить. На русский рок 80-х большое влияние оказал мировой жанр западной музыки, новой волны. Но наиболее успешные группы 80-х – это «Алиса», «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Браво», «Секрет», «Бригада С», «Динамик», ну и еще несколько групп. Сейчас вот я немножко расскажу о Владимире Борисовиче Кузьмине, лидере группы «Динамик». Он родился в 55-м году в Москве, советский и российский музыкант, представитель московского рок-клуба. Гитарист, мультиинструменталист, автор песен, вокалист. Кстати, один из немногих музыкантов, в общем-то, которого я очень ценю и уважаю, потому что он, как и я, очень владеет многими инструментами. Он прекрасный гитарист, конечно, это номер один. Вот. Плюс он очень хорошо скрипкой владеет, саксофоном, флейтой, фортепиано. И, в принципе, вот на ранних альбомах он на всем этом играет, причем во время концертов прямо очень было прикольно, так сказать, это видеть и слышать, и всем это очень нравилось. Вот. Но он один из основателей, лидеров группы «Карнавал» и также лидер группы «Динамик». Сейчас прозвучит одна из знаменитых песен «Сибирские морозы». Погас, но дом чужой.
чужая жизнь, чужая женщина разбудит. Но боль потери не расстанется со мной, пока истерзанное сердце биться будет. Пускай тепло твое останется с тобой, а мне мой лед несбыточный желанием. Я стал одним из всех, сольюсь теперь с толпой и поплыву в потоке разочарования. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. За окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. Спасибо, Володя Кузьмин. Ну, следующий музыкант, с творчеством которого я познакомлю, он уже входит в число вот тех, кто в 80-е годы как бы вышел на первый план. Валерий Милорадович Сюткин. Российский певец, музыкант, автор текстов песен для рок-н-ролльной группы «Браво». Валерий Сюткин родился в 58 году в Москве. Музыкой начал заниматься в начале 70-х годов, участвует сразу в нескольких любительских группах в качестве бас-гитариста или барабанщика. Играя в школьных ансамблях, исполнял песни группы The Beatles, Grand Funk Railroad, Deep Purple, Led Zeppelin, Slade, Smokey и многих других. В 80-х годах начал работать с группой «Телефон», а в 90-м году становится фронтменом группы «Браво». Время сотрудничества с «Браво» стало для певца периодом выработки собственного оригинального стиля, в котором он и работает по сей день. В текстах своих песен он использует сленг субкультуры «стиляк». А в музыкальном плане он ориентирован на американскую популярную музыку 50-х годов. Ну, на рок-н-ролл, в общем-то, на рок-н-ролльную такую тематику и стилистику. В 95-м году Валерий ушел из «Браво» и создал группу «Сюткин и Ко». А в марте 2008 года певцу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации за заслуги в области искусства». Сейчас я исполню одну из его известнейших песен. Называется она «Оранжевый галстук». Оранжевый галстук, пусть он поможет.
не встречал, в Африке рассвет. И не видел там пожар, я в трубе в час ночной. Но знай точно я, на земле самый яркий свет, свет, который подарил мне стильный галстук мой. Никогда не встречал в Африке рассвет и не видел сам пожар, я в джунглях час ночной. Знай точно я, на земле самый яркий свет, свет, который подарил мне стильный галстук мой, свет, который подарил мне стильный галстук мой. Спасибо, Валера Сюткин, и песня «Оранжевый галстук». Ну, сейчас я еще вспомню такую очень хорошую группу, очень интересную. Это уже вот как бы я перехожу к другому рок-клубу. Я решил все рок-клубы показать. Свердловский рок-клуб и одна из самых там крутых и интересных групп «Наутилус Помпилиус». Одна из известнейших во второй половине 80-х и в середине 90-х годов, основана в 82-м году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Начиная с даты образования коллектива, состав неоднократно менялся. Творчество пересекается с многими направлениями рок-музыки. Это альтернативный рок, постпанк, инди-рок и фольк-рок. К наиболее известным песням можно отнести такие композиции, как «Я хочу быть с тобой», «Скованный одной цепью» и «Goodbye, Америка». Ну, вот «Goodbye, Америка» и прозвучит сейчас. Давай. Когда умолкну все песни, которых я не знаю, тем, кому в воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Da 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 da
Так, ну что еще у нас там осталось? Еще я опять вернусь к Нижегородскому рок-клубу и познакомлюсь с творчеством моего, кстати, хорошего приятеля и человека, с которым мне довелось много сотрудничать. Мы даже с ним записывались вместе. Это Сережа Чиграков. Такой... Да, да, Чиж, Чишико. Значит, он является гитаристом, вокалистом и автором песен по прозвищу Чиж, лидер группы, автор почти всех песен. Сергей Чиграков родился в феврале 1961 года в городе Дзержинске, Горьковской области. Но это у нас такой город-спутник, химической промышленности очень развита была. Сейчас уже, говорят, там все умерло. 14 лет он вместе со своим старшим братом играет в местных ансамблях. Там заканчивает музыкальную школу и музучилище. Ну вот, кстати, когда он учился в музучилище, а я учился в консерватории, мы с ним много сотрудничали, играли на халтурах, и, в общем, так, было много совместного времени. Настоящим взрослым опытом стала для него работа в дзержинской рок-группе ГПД, группа продленного дня. Группа играла тогда популярный хард-рок и выступала на самых различных мероприятиях, на танцах, на свадьбах и так далее. Вот как раз мы с ним сотрудничали. Сейчас я исполню одну из его, на мой взгляд, прекрасных песен под названием «Полонез».
Ну и в заключение я вам немножко расскажу о группе. Да, собственно, тут обо всем. Ну, как бы, как итоговая такая сейчас прозвучит информация. Дмитрий Дебров в эфире телепрограммы «Антропология» сказал: «Машина времени вольно или невольно определила основные тенденции развития отечественного рока в последней четверти 20 века. Основное отличие машины времени от сотен самодеятельных групп Москвы и СССР заключалось в том, что ансамбль не исполнял англоязычные шлягеры и ориентировался исключительно на собственный русскоязычный репертуар. И именно этот самостоятельный подход и предопределил то, что из множества любительских рок-групп с начала 70-х только группы типа «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «Динамик», «Рок-архив», ну это моя, кстати, была группа «Рок-архив», «Чиж и Ко» и многие другие смогли стать заметным явлением на нашей рок-эстраде. Хотя в русском роке существуют все те же жанры и стили, что и в мировом роке, но у него есть свои национальные особенности, связанные с использованием русского мелоса. Кроме того, русский рок делает акцент на поэзию и подачу текста. У нас все-таки впереди текст, а потом музыка. А в западном роке там в основном больше музыка, а текст чуть-чуть, так сказать, сзади стоит. Вот. С 2000 года постепенно набирает обороты развитие русского блюзового и этно-рокового направления музыки. Особенностью его является сохранение традиций и привнесение русских особенностей в исполнительские тенденции. Русский рок и в наше время продолжает свое развитие, отражая все передовые тенденции современной рок-музыки. И последнее слово в русском роке еще далеко не сказано. Но это уже другая немножко история. Спасибо за внимание. Пути путевого, но
Спасибо. Спасибо. Ну, дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Есть диски.